Так, ну что, ждем. Так, не понял, почему-то стрим упал. Блин, какая-то печаль вообще. Как не в тему он гуфанулся-то? А что было-то вообще? ФЗ, пацаны, что это было? Короче, ребят, Дайк против Тивая у нас сейчас начинается игра. КСМ готов. КСМ Ну что, поднялся стрим, ребят. Я извиняюсь, я хрен знает, что это было вообще, почему он упал. Может, я что-то задел, как бы, не знаю. Сам обломался, короче. Потому что... Запись теперь разбивать придется, блин. Ну что, ребят, ЦЦХ первая утевая. Барак 2 газа. На карте первый путь на Айвор. ТВЗ у нас начинается. Так, а я переименовал стрим-то вообще? Нет, конечно. Что-то там разошлись, ребят. Все, всем привет еще раз. Стрим восстановлен. Чуть падение произошло. Я хз, короче, в чем там прикол. Вот, но в любом случае все окей. Продолжаем смотреть. Тивай у нас против Дарка бьется здесь. Рипером никуда не полетел. Тивай рядом с домом летает. Риппер в факту в реактор. Как бы цехи рабочие строят. Все нормально вообще.
Дар, удар Кэмэйн уже раскачан. Вторая тут, кстати, уже 18 дронов становится. Тут они с новым приростом переезжают сюда просто. Третья хатка. Все стандартно, абсолютно непонятно, какой Тила. Стиль сейчас будет играть. Био, мех, он как бы тоже все может играть. Чаще, мне кажется, Тила Био в последнее время играл. Проверяет абсолютно все, да? Уяу! Овер полетел там, корейцы что-то левят. Жесткие у них комментаторы, конечно. Это я от кого ставил? Это я от Дарка ставил, видимо. Зададим им жару! ТСМ готов! ТСМ готов! Так. ТСМ готов. ТСМ готов. ТСМ готов. Зададим им жару. Разработка. ТСМ готов. ТСМ готов. Так. Жмите F5, ребят, вообще не должно, по идее, лагать там ничего, как мне кажется. Ребят, тут уже в игре развитие, пока я смотрю, на что вы пишете. Нидус у нас запиливается здесь. Дарк просто берет и пилит Нидус. Тива это, конечно, видит, но ему нечем отбивать вообще. У него две банши, 9 геликов. И даже армори нет, я так понимаю. А, не, армори уже две даже есть. Ну, надо хелбатов затрансформировать и пытаться с ними что-то, видимо, предпринять. И рабочих, как бы, взять тоже. Что сейчас пойдет? Тивай в бой, банша в инвизе. Уверсира нет здесь, кстати, это очень плохо, что уверсира нет. Баншами пытается вынести Тивай Нидус. Нидус выносит все-таки. Так, нужно уверсира выпилить, иначе банша погибнут. ГГ пишет, Тивай его там со всех сторон зашатал дарк вообще. Так, это на ГГ какие-то работы. Просто оказывается. Так, ну все, вторая игра, ребят. Дарк 1-0.
Так, ну что, ребят. F5 обновляйтесь, ребят, и тогда, возможно, лучше у вас все будет работать. Просто какие-то работы на Good Game проводились, которые что? Правильно, которая... Улучшение командного центра завершено. Которые улучшат рестримы в качестве на Twitch, там что-то лучше работать будет. А сегодня у меня прекрасно и так все работало, на самом деле, на Твиче. Вот. Так, где у меня с минута разница с английским стримом? Как у меня может быть минут с разницей с английским стримом? Сейчас я посмотрю вообще. Блин, у них 40 секунд задержка вообще. А вот это я даже не знаю. А у поляка какая задержка? Поляк вообще без задержки. Вот они дают, короче, псы. Охренели совсем вообще. Понял, надо, я не знаю, можно то стоп-старт сделать вообще. Просто запись опять разрывать придется, да ё-моё, это левая тема. Ну ладно, я выложу тогда. Поляк вообще без задержки стримит. Ну что, третья хата, ударка, нечто похожее на предыдущую игру происходит у нас. Блин, а я тут задержку 90 ставил, ну ладно. Все, спасибо, ну, то, наверное, пацаны подправили там просто. Поэтому лучше все гораздо и стало работать. Спасибо всем, ну, конечно, бля, не в тему вообще. Ну, в любом случае, как бы... Фигово уж, про задержку мы сейчас сказали, так бы, когда стрим упал, я бы сейчас без задержки его просто стримить бы начал. А так придется еще раз стоп-старт делать, и тогда отдельно, короче, игры будут. Надо выкладывать на YouTube. Ну, а это всегда, ну, то есть, не очень. То есть, маленькие, на один турнир 3 видюхи получится. На один игровой день вообще. Зачем? Не очень удобно. Так, два гелика утевая. В этот раз не идет дарк никуда там вперед. Давай, удиви меня. ТСМ готов. Пристройка завершена. Ну да, придется без дилея, короче, ставить. Потому что отставать от других стримов не очень вообще. Так, третий ЦЦ хоть ивай занимает. Маленькими деваки все строятся. Здесь стенка на второй пошла. Очень нагло. Третий, конечно, стоит. Сейчас забегание какой-нибудь лингов бы. Вообще взойти бы могло. Здесь на стиме овера малики на мэй не принимают. Никуда не денется он, говорят ему. Товарищи малики. Так, третий цех качается. Бараки.
факте танки, то есть био плюс танки стиль здесь играет Тилай у нас получается. Здесь на стиме заходит хату, золотой сбривает, овера принимает, не отконтролил Дарк, не отвел его, это зря. 1-1 примерно одновременно, вот я гидроден у Дарка сейчас наблюдаю. Фокус Беллингов здесь был неплохой, а не без покатушек, еще благодаря этому он получился очень неплохо, кстати говоря. Так, погодите. Гидроден готов, да, вот дальность рейндж гидре пошел, здесь надо заказать, конечно же, хату. Новые беллинги и гидру надо подстраивать понемножечку. Дропы отогнал Дарк в итоге вроде как нормально. Какая-то странная армия. Зачем армию вот так вот ставить? Просто для меня загадка, если честно. Вот у нас инженерки стоят. Ставь его рядом, как бы грейды удобнее гораздо делать просто можно. Но если бинджишь то здание, то пофиг, конечно, где, допустим, их ставить. Ну, у тела они забинжены, они, например, армори и инженерки. А вручную в них выбирать на мини-карте удобненько, не рядом стоят, естественно. Ух, Бэйна от Дарка заходит. 5 КСН минус. До этих не докатился Бейлинг в итоге. А Тивай делает выход опять под золотую базу. Тем временем забегание со стороны Дарка просто великолепно. Тивай застает врасплох. Абсолютно дома стенки нет на второй базе. Собаки прям Мариков врываются. Мариков значительная часть уже падает сзади еще пачка. Вот пару Бейнов здесь было, вообще все хорошо было. Но Тивай тем временем здесь в атаке неплохо идет вперед. Ну, у Дарка есть время, что Бейнов нам может подготовиться, армори сгрыз, но там 2-2 уже делается. Анды.врн поддержал ваш канал на 500 рублей и сообщает, вот почему старый лозунг «Техника решает все», являющийся отражением уже пройденного периода, когда у нас был голод в области техники, должен быть теперь заменен новым лозунгом, лозунгом о том, что кадры решают все. С. И. В. Сталин. Да, спасибо, Энди ВРН. Все сказано грамотно. Ничего не скажешь. Так, Бейна забегает, Тиван не реагирует вообще никак. Заорвано 19 еще рабочих. Здесь пошла атака. Гидра Линга Беллинги. Гидра с ренжом уже уничтожает. Все, просто Дарк Флам. Собаки на крипе невероятной скоростью Мариков нагоняют. Гидра тоже все оплевала здесь Мариков. Как же Гидра Мариков разносит жестко, а? Я просто вот только недавно это замечать стал. ...81-98. На третьей добыча восстанавливается. 24 дрона. Только что Тивай умудрился Дарку вынести двумя дропами. Ё-моё. А я говорю, Гидра заплевывает. То есть Тивай без ответа не оставил этот рейд Дарка. То есть казалось, просто тиран был сейчас уничтожен, но нет, контрдействия и все в порядке. И сейчас на 2-2 эти наркоман-нюги, они будут напрягать еще как. А ведь Гидра-то, она нулевая по атаке. Я уже миллион тысяч раз обращал внимание на то, что это очень плохо. То есть Гидра одна броня у нее сейчас, пока броня доделывается, очень много будет. Очень много времени пройдет. Придется очень долго, в общем-то, с этими грейдами гидры на 2-2 бил драться, но Дарк готов. Он принимает один медивак, второй улетел, у него хп много, здесь гидралиска уже бежит. Сука, сейчас на... Я бегу, сейчас я вам кабину поломаю уже такой. Вот. За крип цепляется быстрее такой чисто. Быстрее, дропщик пошел там. Марики падают, ничего себе. Что-то какой-то провальный отрезок от Тивая насливал просто сейчас, хотя шанс был и неплохой. Так, потом я тебя не добавлю, спасибо за поддержку еще раз, всем просто неудобно сейчас реально добавлять, потому что игра такая очень активная идет. Вот оранжевая атака пошла. Интересно, у тебя выводы минус ван. Старкрафтеров надо в Корею отправлять, чтобы они там тренировались. И тренера, как бы, нормального, который с вертухи будет. А если на Колыму, то уж там можно, ну, другому сразу поучиться.
Так, просто нужны ли они старкрафтеры уж на Коломета уж точно живут. Толку с них мало будет. Разве что наказание. Так, ребята. Двойной дроп на мейн залетает со стороны Тивая. Дарк встречает остатки армии, убивает очень быстро. Но на мейне-то юнитов тем временем не было. И в итоге Дарк на халяву здесь пытается фокуснуть. Лэйр очень мало хп. Остается трансфьюзы кидать. Трансфьюзы очень вовремя пошли. Тивая улетать пытается. Дарк пытается принять полный медивак. Принимает сейчас. Марики разгружаются, марики падают. В это время Харас на другом направлении. Здесь Дарк тоже готов был. И 55 рабочих выжило. Грейды. Сейчас будет 2-2 милишные. Грейд на гидру ренжовый будет. Вот сейчас с этими грейдами Дарк очень хорошо себя чувствовать на самом деле будет, как мне кажется. Он сможет контратаковать и в лоб без скрипа даже драться. Потому что до этого без скрипа очень тяжело было. Гидру крайне опасно было вперед вести. Потому что как только она... Ну, то есть, если бы потеряны были юниты перед гидрой, на таких грейдах она бы от 2-2 био просто в хлам бы развалилась бы. Так, телепорты на Твиче. Блин, такое было, но сейчас должны были сегодня, должно было все нормально быть. Так, здесь Дарк нормально отступил. Понял, что может Тивая, кажется, проатаковать на третью базу сейчас заходит. Минус бункер моментально практически. Марики падают, здесь бьют, такая пачка подгребает сюда. Ну и, кстати, Дарк напополам армию разделил, в итоге попробую гидрой свали отсюда. Было бы закупка, можно было бы сейчас закупки пеллинги вообще не контролить. Тивай бью свою, Дарк просто рвет здесь, просто рвет. Гидра бой принимает, 2-1 грейд, вот сейчас по очереди все заходит. 2-0, пишет ГГ, Тивай вообще в хлам, вынесен. Сейчас я твич сам гляну, посмотрю, как работает, погодите. Пошли улетать, пытается, да? Пытается принять полный медивак, принимает. Так, сейчас, ребят, стоп-стар сделаю на твиче трансляции. Ну что, ждем следующий матч. Стоп-старт, ну, ребят. Спасибо всем еще раз за поддержку, пацаны. Гляну, посмотрю, как работает. Погодите. Пошли улетать, полный минимум принимаем. Так, сейчас, ребят, стоп. На Твиче вообще какая-то дичь. Блин, что-то отвечь, да, конечно, косячь. Сейчас еще раз обновлюсь. И картинка что-то гонит немножечко.
Дайте-ка я вообще стоп-старт сделаю, задержку уберу просто.